Давайте начнем знакомство с серией Mind and Mood со смеси эфирных масел «Энергия». В эту смесь вошли такие масла, как розовый перец и грейпфрут. Протестируем эту смесь. Для этого нужно сделать глубокий вдох, можно даже закрыть глаза и сосредоточиться на своих ощущениях и почувствовать этот аромат. Он древесный, пряный, очень привлекательный, и наши исследования доказали, что розовый перец влияет на ту часть мозга, которая называется моторная кора, и она отвечает за движение. То есть это буквально сигнал нашему организму: встань, иди, действуй, дерзай, ты сможешь. И эта смесь прекрасно подойдет, если вам нужно взбодриться ранним утром, проснуться, настроиться на рабочий лад, почувствовать прилив энергии. Она также подойдет для того, чтобы взбодриться после обеда, когда мы чувствуем сонливость и упадок сил. В любой момент, когда вам нужно больше энергии, больше яркости жизни, вы можете использовать эту смесь.